Всем здорова, друзья, с вами спикер и Гордон. Мы вернулись и продолжаем проходить уровень сорс максимальный по честному хардкору. Итак, друзья, трудно применить. Окейшки, мы погнали. Надерем задницу. И, кстати, появилась идейка. Если взять этот пулемет и уже двигаться дальше. Увидим ребят и сразу поставим пулемет и отходим. А пулемет просто будет отстреливать. Реально гениальная просто идея. А двигаться нам влево-вправо. Даже не знаю. Ну-ка, секундочку, подожди. Я пробегу, наверное, сюда, посмотрим, что у нас тут есть. У нас здесь тупик, значит, нам точно бежать туда. Ну, погнали туда. Берем пулемет и будет реально прикрывать. Крутая идея. Надеюсь, разработчики это предусмотрели. И дальше у нас будет... Не будет прохода какого-то с пулеметом. И уже нам будет пробираться где-то канализация, где-нибудь... Секундочку, а куда идти дальше? А, вон здесь какая-то дверь. Есть какая-то дверь. Откроем дверь, пройдем дальше. Ух ты, да. Точно спускаться нам в канализацию. Как я предугадал. Ну хорошо, бросаем пулемет и спускаемся уже без него. Хотя можно, по идее, взять его. Ну, тут будет сложно, конечно, будет пройти. Хотя это дело, конечно, можно взять, и это дело, конечно, мы проверим. Ящик будет уничтожаться или не будет. О, готово. Маленько очистим проходик. Заберем пулеметик и пойдем дальше. Он не пригодится. Давайте дверим. Тихо. Я ж свой-то. Нет, конечно, нереально, неудобно дверь открывать, и это... Нет, пойдем уже без него. Возьмем, наверное, дробовичок, фонарик уже погас. Так, энергии. Побольше энергии и спускаемся, походу, в канализацию. Ну что, делать нечего, спускаемся без пулемета, очень глубоко спускаемся. Тут у нас ничего интересного нету. А там есть у нас плюшки. О, секундочку, у нас есть гренка, можно, в принципе, гренку забросить уже и просто отойти. Ждем. Оп, хороший выстрел. Три трупа готово. Всего лишь с помощью одной гренки. Ох, есть нычка. И там будет гренка. Нет, там у нас болты есть. На арбалет. Ох, еще одна нычка. Походу максимум. Нет, есть Валера. Это у нас Валера. Двигаемся дальше. Так, автомат на всякий случай. Мы спустились в канализацию. Да, друзья, о чем я и говорил. Ну что, будем двигаться дальше. Тут у нас, по идее, лизун. И ползает животное. Сдохнем. Какой живучий-то. Так, если лизун, я его не вижу, по идее. Так, в принципе, чуть ниже. Чуть ниже, и я все равно... А нет, вижу его. Можно, в принципе, его убить. А может, в принципе, и с помощью его языка проскочить чуть дальше. Не знаю, получится, не получится дело. Хорошо, уничтожим. Готово. Блеванул. И с разбегу сейчас мы сделаем разбег хороший. Оп, нормально проскочили. Так, еще один лизун, видимо, на тех бочках. Но там я не проберусь никуда. Нам нужно пройти вон туда. Кстати, здесь очень много вот этих бочек. Значит, нужно просто построить из этих бочек какой-то мост и двигаться при этом по этому мосту. Ну, хорошо, посмотрим, что есть еще интересного. Ох, есть коробки. Можно с помощью этих коробок, наверное, двигать. Ну-ка, иди сюда. О, коробка есть. Только главное их не разбить. Есть еще здесь построить две коробки. Есть еще и поддоны, вижу, дальше. Так что можно будет еще это построить и двигаться дальше. У нас, по идее, лестница не очень-то и удобно здесь сделали. Ну-ка, иди сюда, поддончик. Вот, нормально. Он такой большой и неудобный, конечно. Так, иди-ка сюда, главное, не уничтожься. Мне, конечно, не ребро, нужно как-то поставить его. Вот так. Ну, пускай будет так. Хорошо, наверное, с помощью... Ох, нет, реально поддон... Он сломался. Походу, слишком какой-то жирный. И он сломался. Можно, в принципе, да, с помощью этих коробок уже мы приберемся чуть дальше. Так, главное, с разбегу тут. Оп, получилось. Пробираемся. Там эти кусочки маленько мешаются. Черт. Реально, эти кусочки маленько мешаются. Их. Можно, в принципе, припрыжку. 71 кп. Это, конечно, проблемка. Так, готово. Интересно, друзья, а зачем нужны вот эти бочки? Даже напишите в комментариях. Их, по идее, вон там очень много я видел. Без понятия. Ну, хорошо, двигаемся дальше. Оп, еще разок, в принципе, и мы уже будем на том берегу. О, готово. Так, сразу дробовичок на всякий случай. И ожидаем гостей. Не, гости уже были, они уже мертвые. А вот наши гости ползают. Один зомби, второй зомби. О, куда он подбежал там? Черт возьми. Ребят, вы же серьезно, что ли? Этих целей мне уже и не жалко. Кусок мяса просто упал сверху. Готов один. Встречаем второго. Кусок мяса просто в нашу сторону упал. Три зомби. Я думаю, видел, конечно, одного зомби, видел второго, но не ожидал еще третьего. Так, это уже максимальные патроны. Тут у нас, ох, это у нас есть нычка.
Так, патрончики, есть жизни. Так, нужно энергии пополнить. 100% есть бронь, реально круто. И снова у нас нычка наверху. Разработчики добавили как-то слишком много нычек наверху. Так, двигаемся дальше. Так, ну что, поднимаемся, походу, уже из канализации, уже прямиком в цивилизацию. Да, мы уже в каком-то здании. Открывается дверь, тут у нас пусто. А сверху у нас, походу, уже... Хотя можно попробовать. Там есть нычка. Так, соберем. И что-то есть еще. Это уже полное, что ли? Это полное, и все, больше ничего нет. Хорошо, ну погнали сюда уже. Пусто, пусто. Можно просто коробку уничтожить. Тут, видимо, нужно прыгнуться. Можно прыгнуться, можно, по идее, все дело раскидать. Ну-ка, иди сюда. Она не пролезет, что? Она не пролезла. Понял. Да, двигайся, там какой-то ящик был сверху. Я думаю, просто на нас упадет. Это было бы очень больно. Там у нас пусто. Там тоже пусто. Осталась только лестница. Поднимаемся наверх. Слишком большое пространство. Это, походу, какая-то больница. Я верю, ребят уже. Так, у нас, по идее, арбалет. Да, у нас есть арбалет. И можно с помощью арбалета, конечно, отстреливать. Пытался закинуть гренку, но у него, конечно, дело не получилось. Хорошо. С помощью арбалета сейчас мы дело все раскидаем. Хотя, оп, да, помню это местечко. Тут будет реально заварушка еще из тех. Держи. Нормально. Гренку закинул. И я все-таки успел уйти от нее. Вижу цель. Он видит меня. Можно, в принципе, пробежать, наверное, с другой стороны и уже спуститься вниз. Вон чувак сверху прессует меня. Промахнулся. Есть еще один болт. Держи. Это больно. Оп, присобачили. Остался еще один болт. И можно, в принципе, спускаться вниз уже. Да, здесь будет заварушка еще та, друзья. Есть пулеметы. Есть, конечно, мои хорошие пулеметы. И, конечно, сейчас я их пополню. А, пулеметы. Мы готовы набрать занятия. Хотя я не помню, куда их именно ставить, чтобы удобно было. Хотя можно просто их встречать, наверное, вот тут. Встречаем. Так, один пулемет. И вторые пулеметы. Нужно просто вот сюда поставить. Мне нужно, по идее, еще пулеметы. Иди сюда. Иди сюда ко мне. Всего, наверное, лучше все здесь поставить. Вот здесь просто найдется косок. Если что, конечно, я смогу пополнить. О, есть еще один. И еще один пулемет. Пускай, наверное, стоит вот тут. А тут у нас ящики. Обалдеть. Сколько ящиков? Сейчас все пополним дело. Сколько аптечек здесь. Заварушка будет еще из тех, друзья. Ждем. Ждем друзей. Ждем недругов, конечно. Ребята отдыхают некоторые. Так, там, по идее, у нас два пулемета, значит, будем здесь отстреливать. Так, ну что, уже заработало. И где, где, где? Как он быстро уничтожил-то? Обалдеть. Прессуй, прессуй его. Гренка, гренка, гренка. Это было жарко, реально. Уйдем в укрытие. Прессуй, прессуй. Наверху, что ли? Ребят, наверху. Хорошо, что не поставил их снизу. Потому что ребята обходят и слева, и справа. Так, сдохни. Рисуем помаленьку. Как он идет сверху, что ли? Я поставлю маленько сюда тебя. Да, вижу сверху. Ох ты же, заварушка просто адская. Где кто? Не вижу. Пока что отстреливается. Так, готов. Так, есть патрончики, и на размер вот эту пушку. Потому что ребята бегают именно вот с этой пушкой. Нужно маленько развернуть, как она стала не так, не ровно. О! Это называю проблемкой. Так, поставим одну, вторую. Прикрой меня! Ушел. Я просто ушел туда. Солдаты подходят, Гордон. Детка, я знаю, будет заварушка серьезная. Мы ждем, конечно, солдат. Почему-то ребята идут с левой стороны. Сверху. Так, маленько брони. Бронь, жизнь нужна. С правой стороны пока что реально все чисто, все
вся движуха идет с левой стороны. Сейчас, наверное, выйду я и соберу патрончик. Если, конечно, это возможно. Так, готово. Секунду, секунду, поставим. Один пулемет есть, поставим сюда пулемет и вернем третий пулемет. Обалдеть, жар. Поможем, конечно же. Выйдем, поможем. Похоже, мы разрушили гнездо. Они лезут отовсюду. Держу плюшки, нет плюшки, нет патронов. Обалдеть, ребята меня прессуют. Ставим. Реально, очень плотно. Походу, у меня сзади проблемы. Да, сзади есть проблема. Гаси его. А вот эти, конечно, неприятные штуки. Ставим, ставим. Жесть, что происходит? Все уже уничтожено, и придется, походу, просто отстоять свою позицию. Так, вернем пулемет. Вернем пулемет скорее. Оп, хо-хо-хо. Походу, отправил на пенсию уже одного. Кончились патроны? Нет, все нормально. Есть патрончики, будем гасить оставшиеся. Жарко. Патроны скончаются. Берем автомат, наверное, или берем дробовичок уже. Сдохни, сдохни уже. Так, готов два. Перчиком. О, патрончики на дробовичок. Ребят, дайте я пройду, соберу. Сколько патронов здесь? Так, дай пройду. Дай пройду. Это, походу, и все, что ли? Мне помнится Бога намного серьезнее. Прости, так, есть еще аптечки? Мне нужна была помощь. Да, в принципе, нет. Все нормально, в принципе, мы соберем патроны. У нас тут сколько патронов-то, обалдеть. Патроны есть. Есть нычки еще. Это дело, конечно, мы соберем. Аптечек довольно много. Детка, куда ты делась? А вот на. Двигаемся дальше. Есть бронище. Так, еще чуток, и 100%. Да, и 100%, чудесно. Иду прям за тобой. Прости, Гордон. Открываем двери, и нас, походу, уже ожидают. Это полная задница. Детка, развернись, они позади. Черт возьми. Ты зачем меня вытолкала? Обалдеть. Зачем меня вытолкала? Я ничего не вижу, где они находятся. Там слишком жарко. Там слишком темно. Прикрой меня, пошел в атаку. Пошла ракета прям туда. Оп, как он подлетел. Офигеть, пошла еще одна ракета. Мне реально не жалко ракет для такого случая. Так, чисто там. Собираем патрончики, мне, конечно, пригодятся еще. Одно присобачил, еще один есть. Откуда ты спас тебе жизнь? И тут слишком много. Тут у нас пусто. Есть только проход наверх. Но идем наверх. Внимание наземным силам. Провал миссии влечет выселение. Отлично, еще один пост. Напоминаю, еще один пост, и давайте посмотрим, что можно здесь сделать. Ха, вот она. Вот она. Попалась! Попалась, мышка. Мышеловку. Пошли, Гордон. Не будем заставлять ее ждать. Так, здесь тупик, и походу наша пленница находится именно вот тут. О, кто прессует? Так, пошла гренка прям там. Давай, Гордон! Да погоди, я добьюсь сейчас. Закрывай дверь. Это было жутко, конечно.
Обратной дороги нет. Вот наша пленница. Наша крыска. Вот она. Я поговорю с ней сама, Гордон. Она поможет нам выбраться. Наша рыбка в аквариуме. Слава богу, кто-то... Алекс? Гордон? Как вы сюда попали? Нам известно все о тебе и Брине. Что? Ты все это время работала на Альянс. О чем ты говоришь? Черт. Назад, Мосман! Мы заходим! Давай-давай, быстрее-быстрее заходим. Алекс, что бы ты ни думал, поверь, я старалась защитить... Заткнись! И радуйся, что ты нам еще нужна! Мы перенастроим телепорт и уберемся отсюда к чертовой матери. Видишь, мы работаем с одной целью. Я перепрограммировала модулятор для имитации зенретранслятора. Ты украла работу моего отца. Это ведь и моя работа. И я должна была доказать доктору Брину, что твой отец крайне необходим для любого нашего исследования. Хватит нести чушь! Смотри, Гордон, вон мой отец. Я его вызволю. Вы нашли Элая? Нет, благодаря тебе. Введи координаты лаборатории Клайнера и вперед. Но нужно пробраться к платформе телепорта, а мы взаперти. Я позабочусь об этом. Ну, идем. Идем же, идем. О боже, и ты с этим работала? Как долго? Раньше? Никогда. Я ясно представляла то, что можно ожидать. Не сомневаюсь. Как будто нас поджидает. Альянс использует формирователь импульса с большой длительностью фронта, поэтому они долго заряжаются. О, ты его для нас уже подготовила? Молодец. Вовремя. Папа, сюда! Прости, что так долго. Надеюсь, с тобой все в порядке. Не беспокойся обо мне, дорогая. Джудит, так они тебя освободили? Не совсем так. Элай, я так за тебя переживала. Координаты, доктор Мосман. Так вот он, портал Альянса. Он меньше, чем я предполагал. Прокатишься на нем. Быстрее, Мосман. Доктор Клейнер! Алекс, где ты? Мы в Новопроспе, и мы впервые испытываем имитацию Ксен. Вы готовы нас принять? В полной боевой готовности. Хорошо. Сначала мы отправим отца, он уже готов. Что это? У нас Подожди. Гости, походу. Надо пустить это назад. Доктор Клейнер, вы должны их остановить. Остановить кого? Ой, черт! Что это за координаты? Куда она его отправила? У нас проблемы, посерьезнее есть. Гордон, прикрой меня. Нужно перезапустить портал. Да, нужно перезапустить, и походу нужно вот эти взять пулемет уже и использовать их. Да, зафиксировали. Все нормально. Берем. Берем, ставим и держим позицию. Сейчас будет заварушка. Гордон, побыстрее, побыстрее нужно ставить пулеметы. Мне кажется, еще быстрее. У нас реально серьезные проблемы. Застряли как. Так, куда сойдем? Сейчас поставим. И остался последний. Держим. Ждем. Ждем гостей. Гаси, гаси всех. Так, могут идти оттуда. И оттуда, что ли? А тут, походу, не могут идти. Хорошо, есть пулемет здесь. Так, патрончики. Патрончики соберем и ожидаем гостей. А сзади есть еще проход. Вот еще сзади есть проход, оказывается. Черт возьми. Так, секундочку, нам нужно поставить вот сюда куда-нибудь. Черт. Куда прессуют?
Так, он заряжается, мы держим позицию. Да, сдохни уже. Так, все предметы стоят на месте. Держим позицию. Обалдеть. Так, 50% зарядился. Нужна бронь. Маленько брони не помешает. И аптечки чуть-чуть. Так, готово. Просрым тоже идут уже. Так, готов. И сзади идут, со всех сторон просто пот. Практически зарядился. Плюшки нет у меня. Гаси его. Черт, это никогда не кончится. Это точно. Осталось буквально чуток. Пару секунд осталось и готова уже зарядка. Да, сдохни уже. Сколько секунд? 30 секунд осталось. Слава богу, готово. Теперь готово. Сваливаемся отсюда. Сваливаем отсюда быстрому. Мы готовы. Давай быстрее уже. Тут слишком жарко стало. Давай, Гордон, залезай. Да залез уже я туда. Ну что, добрый путь, как говорится. Держись! Интересно, за что? Боже, получилось! О май га, мы вернулись! А где доктор Клайнер? Обалдеть! Доктор Клайнер, выпустите нас! Алекс? Гордон? Боже, как вы сюда попали? И когда? Что случилось? Дорогая, я и не надеялся увидеть тебя вновь. Я тоже боялся.